А сейчас мы продолжим осмотр музея современной скульптуры в городе Осло. Сейчас я попробую по отдельной лестнице, отдельно от всех других посетителей, подняться к последнему монументу, и даже группе скульптуры монументов. Там нас ждет что-то необычное, судя по всему. Но для начала вот мы идем, осмотрим эту площадку предваряющую. Здесь все, в общем, довольно стильно сделано в плане цветочно-газонного дизайна. А вот тут, сейчас мы поднимемся к калиточке, которая ведет на эту площадку. Тут обратим внимание на ворота. Здесь, посмотрите, рисунок решетки, сделанный с помощью прутьев решетки, предваряет содержание того, что мы сейчас будем осматривать. Вот все-таки наши туристы уже тут мечутся по всему комплексу. Отстроиться трудно, но тем не менее попробуем. Да, здесь очень интересно. Поднимемся хотя бы к этой группе. Ага, ну это продолжение темы отцы и дети, судя по всему. Это мамашка с двумя детками. Аналогичная ситуация. Но уже папашка, а может даже дедушка. Это вообще целое семейство. Мы наверху. Да. А что мы здесь можем наблюдать? Особенно вот этих масса младенцев. Не знаю, что хотел сказать автор, но младенцев много. Еще какие-то сплетения тел. Ну, в общем, я бы сказал, что Церетели отдыхает. Или нервно курит. Одно из двух. Пойдем по кругу теперь. Тема такая острая, такая тема. Отцы и матери, отцы и деды, а также дети. Ну и самое главное вот это. Сейчас мы с вами это увидим. Такие высокие монументы и все это в единой композиции. Сейчас убедимся, что речь идет по-прежнему о человеческом теле, и сделаем на максимальном зуме, или почти максимальном. Своеобразно. Теперь попробуем спуститься. Одновременно посмотрим. Вот нас уже зовут зычным голосом. Призывают двигаться дальше. Нет,
пытаются разобраться в логике автора. Вот еще посмотрим, тут красиво. Пойдем теперь к выходу. Здесь тоже аналогичные ворота. Рисунок из прутьев, каким-то образом отражающий содержание скульптурной композиции. Но и это еще не конец. Впереди тоже пара объектов, особенно в конце там видится. Сейчас попробуем его приблизить. Тоже какие-то человеческие фигуры, что-то образующее. Вот они. Сейчас камера наведется. Вот как-то так. Еще раз оглянемся и будем двигаться дальше.